Федеральная счетная палата проверит расходы на Красноярскую универсиаду. Об этом сказано в планах ведомства на 2020 год. Московские аудиторы оценят использование бюджетных средств. Проверяющие обещают изучить работу управления капитального строительства края, Федерального Минспорта и дирекцию студенческих игр. Напомню, правоохранители заинтересовались тратами на игры сразу после их окончания. И завели несколько уголовных дел, связанных как со строительством дорог в городе, так и с возведением объектов. А начальник краевого главка МВД Александр Речицкий оценивает сумму ущерба бюджету в 45 миллионов рублей.